Здравствуйте, вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Элла Сергеевна Паламарь, территориальный управляющий компанией «Аптека Риэлти», сети аптек «Ваша номер один». Здравствуйте, Элла. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Хотелось бы, чтобы сегодня вы рассказали более подробно о вашей компании и философии вашей работы. Итак, сегодня на рынке представлено огромное количество аптек. Вот все-таки в чем уникальность именно вашей номер один? Уникальность нашей сети в том, ну, как бы это банально ни звучало, в том, что мы любим свою работу. Мы живем для и ради нашего покупателя, и я не побоюсь взять на себя ответственность и сказать об этом от лица каждого сотрудника нашей аптеки. Ведь в чем состоит основополагающий принцип фармацевтической консультации? Обеспечить эффективность, безопасность и доступность фармацевтической помощи. Мы это понимаем, а наши сотрудники этим живут. Ну, то есть мы не должны забывать о том, что мы являемся одним звеном из давней такой истории, да, врач, фармацевт, покупатель. И все-таки есть основополагающая истина медицинской этики «не навреди», она к нам относится. Поэтому наша цель не заработать на покупателя, наша цель выявить его потребность и помочь ему, ведь он приходит к нам со своей проблемой, да, и сотрудник аптеки должен качественно и быстро выявить, потому что, как правило, да, поток покупателей идет, и нужно это сделать качественно, вовремя и не запутать, да, при этом покупателя. Для этого мы постоянно совершенствуемся, и мы это делаем с удовольствием, потому что мы видим результат, мы видим отклик, то есть покупатели нас узнают, они к нам приходят, они любят наших сотрудников, любят наших фармацевтов. Для этого, собственно, мы и живем. Вот эту цепочку, которую вы озвучили, врач, фармацевт, покупатель, очень важно, чтобы не выпадало ни одно звено. И я думаю, что вы относитесь с особым вниманием к выбору ваших сотрудников, именно тех специалистов, которые будут в дальнейшем работать напрямую с людьми и давать им ту помощь, за которую они приходят в аптеку. Да, совершенно верно. Расскажите о вашей команде. К отбору сотрудников мы относимся очень трепетно. И на самом деле у нас уже сформировался такой костяк, да, есть отдел подбора персоналом, наши HR-специалисты, которые проводят очень жесткий отбор. То есть к нам из, там, я не знаю, 20 кандидатов, можно сказать, что один попадает уже конкретно в нашей аптеке на работу. Почему? Потому что, конечно же, это все специалисты с высшим и средним фармацевтическим образованием, аккредитованные, со сертификатом специалиста, да, они, безусловно, разбираются в своем деле, знают все основы своей профессии, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Они должны любить людей. Они должны любить то, чем они занимаются. Атмосфера аптеки, она полностью зависит от сотрудника. Вот приходит покупатель, и приятно же, да, когда к нему приходит специалист, неважно, молодой, в возрасте, это абсолютно, мне кажется, не играет роли, как и в случае с покупателем. Специалист должен быть грамотным, специалист не должен ставить себя на ступень выше того, с кем он разговаривает, да. Его задача помочь. Конечно, его задача помочь. А может быть, где-то просто даже пообщаться, помочь словом. Совершенно в каких-то верно. Ситуациях, если мы говорим о более возрастной категории покупателей. Совершенно. Они наверняка приходят и за этим в вашу аптеку. Именно пообщаться, да. И когда вот создается вот эта доверительная семейная обстановка, ведь что тоже важно? Важно доверие. Когда покупатель тебе доверяет, он чувствует себя в безопасности. Ну, вот это то, о чем я говорила, да, эффективность, доступность и безопасность. Безопасность – это важно. И чтобы покупатели себя чувствовали в безопасности, сотрудники должны себя чувствовать в безопасности. И это уже как бы наша задача как компании. Взаимодействие с сотрудниками, взаимодействие с персоналом, обучение персонала, адаптация персонала.
сформировать такой командный дух, в котором будет им комфортно, будет комфортно им, будет комфортно покупателям. Что сегодня предлагает аптека ваша номер один и по каким основным направлениям вы работаете? Если говорить об ассортиментной политике, да, управление ассортиментом – это, в принципе, одна из основополагающих таких функций, которую исполняет любая фармацевтическая компания. И так как мы являемся уже тем звеном этой цепочки, да, по обеспечению лекарственными препаратами населения, которое уже общается непосредственно с конечным потребителем, для нас важно, чтобы наш ассортимент всегда полностью удовлетворял спрос. Поэтому именно мы так и строим свою работу. Наш ассортимент полностью формируется из потребностей покупателя. То есть мы сейчас говорим не конкретно об аптечной сети, мы говорим об аптеке как об единице, о конкретной аптеке. Вот пришел покупатель, у него есть спрос, мы должны его удовлетворить. То есть мы работаем с покупателем отдельно, в конкретно отдельной аптеке. Ну, конечно, здесь важную роль играет сезонность, да, там простуды и так далее. Есть расположение. Это тоже играет свою роль, но покупатель на первом месте. Из тех препаратов, того медицинского оборудования, вот что больше всего пользуется спросом и что есть у вас в наличии, что есть в ассортименте? Это ведь тоже очень важно. Вы правильно сказали, что покупатель должен прийти и, в общем-то, уйти с тем, зачем он пришел. Зачем он пришел, совершенно верно. Конечно же, у нас присутствуют лекарственные препараты, минимальный ассортимент, который во всех аптеках, да, представлен, жизненно необходимые препараты, препараты рецептурного и безрецептурного отпуска. Также мы сейчас в современных реалиях, да, с той доступностью информации, которая есть сейчас, с теми программами долголетия, которые вот сейчас, да, актуальны в данный период, мы стараемся идти в ногу со временем, и поэтому у нас представлены такие товары аптечного ассортимента, как экологическая косметика, биологически активные добавки, там, косметика без жестокости. Это сейчас тоже очень важно, да, cruelty-free, это косметика, на которая не тестируется на животных. Это такое сейчас довольно-таки мощное направление, в котором вот мы стараемся развиваться и идти в ногу со временем. И знаете, если говорить о биологически активных добавках, то в современное время это уже не как какая-то профилактика, это наша необходимость. Потому что производство сейчас направлено на то, чтобы продукты питания там сохраняли срок годности, да, более долгий, выглядели красиво, там, долго стояли на витрине. И богаты ли они микро- и макронутриентами? Абсолютно верно. То есть производитель об этом не заботится. Когда у него это все уже на большом потоке, он заботится о том, чтобы там, да, увеличить этот срок годности, красоту и вот, собственно, все. Поэтому, чтобы выглядеть красиво, быть здоровым, что сейчас важно, мне кажется, каждому покупателю, конечно, стоит, наверное, прибегнуть вот к косметическим продукциям, к биологически активным добавкам. Сейчас, кстати, на рынке появляются в том числе и продукты, обогащенные теми или иными микро-макронутриентами. Вот планируется ли их тоже вводить в ассортимент ваших? Как продукты ваших питания, ну, некоторые из них уже представлены в наших аптеках. То есть мы вообще, да, идем в этом направлении, к здоровому образу жизни. И, опять же, возвращаясь к тем же добавкам, можно сказать, что вот опять же из-за доступности, да, информации, люди, не специалисты в этой области, не смогут сами отфильтровать именно ту информацию, которая им необходима. Поэтому можно всегда прийти к нам в аптеке, и наши специалисты помогут в этом разобраться, они достаточно квалифицированы, потому что мы давно с этим работаем. Я так понимаю, что проблем с ассортиментом нет, он богатый, разнообразный. Вот нет ли перебоев с лекарственными препаратами? Вы знаете, перебои были. Перебои были, и они были у всех. И в основном это было связано с последними событиями, которые присутствуют на данный момент, да, это пандемия. И перебои были даже не на уровне аптечных сетей, а на уровне дистрибьюторов, на уровне производителей, да, то есть никто не мог этого предугадать, да. Вот. Но мы провели работу над ошибками. То есть мы с этим справились. Важно ведь, да, не ошибиться,
а провести работу и потом выйти из этого, да, выявить для себя то, что было когда-то недоработано, и дальше работать с этим успешно. Поэтому на данный момент мы не чувствуем дефицита особого вот сейчас, потому что, конечно, во многом нам помогло и правительство. Все мы знаем, что в июле 2020 года была введена маркировка лекарственных препаратов, и правительство нам помогло, оно позволило работать с этим в уведомительном характере работы, что существенно, да, облегчило нам приемку товара и уже конечному потребителю ее доставку. Также хочу сказать, что во многом помог наш склад. У нас есть наш склад, на котором мы формируем стоки. На данный момент у нас есть возможность предвидеть дефициты, которые могут сформироваться, да, теми или иными факторами. И мы формируем сток, чтобы потом вовремя обеспечить аптеки необходимыми лекарственными препаратами, чтобы покупатель тоже не чувствовал дефицита. В Одинцово уже есть несколько аптек. Ваша номер один. По каким адресам они располагаются? Какой режим работы? Да, действительно, у нас есть 4 аптеки в Одинцово. Мы старались не открыть количественно много, да, аптек, а мы старались сделать это качественно. Поэтому мы открыли аптеки там, где это будет удобно и комфортно для наших покупателей. 2 аптеки у нас расположены по обе стороны от станции МЦД Одинцово. Одна находится на Свободы 2А. Это аптека, где расположен действительно такой большой транспортный узел, да, люди там на работу возвращаются с работы, в поездки и так далее, где, и им всегда удобно просто по пути забежать к нам, купить, да, приобрести все, что им необходимо, и поехать дальше, собственно. Также с другой стороны станции, ну, то же самое получается. У нас есть аптека в торговом развлекательном комплексе «Зельгрос». Аптека расположена очень удобно, то есть прямо в послекассовой зоне, да, вот как мы выходим, расположена наша аптека, и всегда, если что-то вспомнили, зашли, приобрели, да, это всегда очень удобно для покупателя. Также более подробно с расположением и графиком работы можно ознакомиться на нашем сайте vn1.ru. Там же есть возможность выбрать определенную аптеку. Это не только аптеки Одинцова. У нас есть еще 60 аптек в Москве. Да? Выбрать удобную аптеку, сделать бронирование, и уже через 30 минут оно будет собрано, готово. Приходит уведомление. То есть покупатель приходит, все удобно. То есть можно даже не стоять в очередях? Нет, можно не стоять в очередях. Мы все достаточно зайти на сайт, сделать бронирование и уже прийти в удобное время и просто забрать свой заказ. Совершенно верно. Вы так трепетно относитесь к вашим покупателям. Наверняка существуют и бонусы, и какие-то приятные подарки. Безусловно. Расскажите о них. Мы долго думали над тем, какую программу лояльности мы можем предложить нашим покупателям, чтобы она была удобной, уникальной, без какой-то там сложной механики, да, потому что вот эти вот все непонятные вещи, там 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 будет там 5, ну, то есть то, что непонятно для покупателя, нам это не было нужно. Нам было нужно, чтобы покупатель остался доволен, чтобы действительно программа лояльности работала на лояльность. Да? Поэтому мы промониторили рынок, мы увидели, что многие предлагают начисление бонусов на определенную категорию продуктов, списание на определенную категорию продуктов, ограниченные по времени бонусы. У нас этого нет. У нас бонусы не ограничены в использовании по времени. То есть почему мы должны ограничивать то, что покупатель заработал как бы сам, да? Он пришел, купил, мы ему начислили до 5% от покупки. И в любое время, то есть вне зависимости, как пользуется он нашими услугами там, в ближайшее время или там, пришел к нам через полгода, неважно. Он участник нашей программы полноценной, он наш покупатель, он приходит и списывает, пожалуйста, в любую покупку до 50% от накопленных ранее бонусов. Также, помимо программы лояльности, мы постоянно проводим работу, огромную работу с производителями, чтобы действительно предоставить скидки, которые будут выгодными. То есть мы не играем, да, плюс наценка, минус скидка и так далее. Нам это не интересно, и я думаю, что покупатели уже довольно
активно, да, это все просматривают и видят вот такие вот вещи, да. Поэтому мы проводим работу с производителями, которые тоже дают нам определенные скидки. Мы от себя даем, и цена получается приятной, и покупателю приятно, и нам приятно, что он доволен. Поэтому это, да, большая такая кропотливая работа, скажем, во благо. Во благо нашего, во благо покупателя. На данный момент также у нас есть социальный ассортимент. Это тот ассортимент, который мы считаем, что он более ходовой, да, он важный. То есть мы анализировали рынок по спросу в определенных группах препаратов. Мы собрали около 50 наименований в этот ассортимент. И действительно цены в этом ассортименте первые на рынке. То есть таких цен на данный момент нет. Конечно, ассортимент впоследствии будет пересматриваться, потому что цены меняются как у производителей, так и у других аптечных сетей. Мы это все мониторим, чтобы оставаться с первой ценой. И это, конечно, очень приятно. Элла, что бы вы пожелали нашим телезрителям в завершении программы? Я хочу пожелать гармонии. Гармонии и здоровья. Ведь это самое главное для каждого человека по отдельности и для группы людей, скажем так. Если будет гармония и здоровье, то будет все прекрасно. Будет красота внутри, будет красота снаружи, будет красота вокруг, и все аптека, будут счастливы. А аптека ваша номер один позаботится об этом. Да, конечно. Мы всегда очень рады. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.